14 октября 3001 года. Я исследую планету Лютейн-Би, широко известную как Глис-273-Би. Я в каком-то земном лесу. Фактуры и пейзажи леса похожи на абстрактные картины известных художников-людей. Некоторые из идентифицированных мною насекомых – улитки, кузнечики, пауки, муравьи, личинки, многоножки, жуки, бабочки. Я идентифицировал несколько птиц – черный ястреб, бирюзовый мотмот, голубь. Я не смог идентифицировать их всех. Я также нашел змей. 15 октября. Это капсула, которую я приземлил 119 дней назад. Сегодня я сделал два важных открытия. Я встретил несколько интересных видов. Очень похоже на то, что наши предки описывали блужданием по нашей планете. И присутствие чужеродных инвазивных видов я не понимаю. Он бывает разных форм и цветов, вроде неживой и не разлагается. 17 октября. Что-то меня озадачивает. Найденные мной инвазивные виды в основном состоят из пластиковых отходов. Я не уверен, попадал ли я в прошлую копию Земли или каким-то образом путешествовал во времени. 20 октября. Сегодня я нашел инопланетное сооружение. Оно было заброшено. На вершине я увидел сову. Может, мне стоит спросить сову, где я?